В расписных сарафанах, кителях и шароварах участники Иркутского городского казачьего общества собрались на традиционную вечерку. Любое мероприятие казаки начинают с молитвы, после песни, танцы и миниатюры с казачьими обычаями. В Иркутской области действует 24 казачьих класса при общеобразовательных школах, два из них в Иркутске. Главная цель – возрождать культуру и традиции казачества, передавать эти знания из поколения в поколение. 2024 год в России объявлен годом семьи. В связи с этим в стране проводится конкурс «Всей семьей», в рамках которого домочадцы должны делать фото и видео о том, как они проводят время все вместе, выполняя различные задания в рамках конкурса. Авторы лучших роликов получают ценные призы. Более подробная информация на сайте всейсемьей.рф. Происходит связь поколений. И вот это важно, общение между родителями. Да. Это поддерживает, потому что в последнее время как раз отмечается обрыв вот этих традиций в плане общения взрослого поколения и детей. Казачество мы вступили в 2020 году вместе всей семьей, с мужем. Любим и чтим наших предков, также русские традиции, такие как кухня, нам очень близка. Казачья кухня, такая как уха, курник. Любим песни, активный образ. Мы любим танцевать.